Затерянные в Атлантическом океане Канарские острова, имеющие вулканы. Карлос. Рождение достаточно молодое. Умираю с голода. Налетай. Мне трудно даже есть. Эй, мне жаль. Ты заехала в госпиталь к моей маме? Я 10 часов пахала. Заеду завтра. Ей сейчас все равно. Она скоро придет в норму. Знаешь, чтобы ее порадовало? О, боже, если это внуки, то лучше молчи, Карлос. Габриэль, пожалуйста. Никаких детей, ты обещал. Все меняется. Да, я знаю. Федералы утащили мою Мазерати. Мой супруг настоящий жулик. И меня каждый день лапают жирные, грубые продавцы этих чертовых тракторов. Я заметила, что все меняется. Ребенок – это ценность, и он нужен. А кто будет менять подгузники, пока ты отдыхаешь в федеральной тюрьме, а? Я ценю свой образ жизни, и не тебе его паскудить. Да очнись ты, Габриэль, от тебя уже ничего не зависит. Может быть. Но вот ребенок, это от меня зависит, и ты зависишь тоже. Эй, только не надо хамить, я все еще хозяин в доме. Серьезно? В доме хозяин? Стой, ты куда пошла? Эй, мой ужин! Габриэль, вернись сейчас же! Эй! Не советую преследовать, а то живо в камеру вернешься. Дьявол! Габриэль, иди в дом, живо! Я весь день мечтал поесть! Это восторг! О! Корочка сверху хрустящая, мясо нежное, пряное. Ты в доме хозяин? Да нет, ты пленник. О, о, о.